Донецкий, который еще не успел оправиться от субботних обстрелов, уточняет число пострадавших и масштабы разрушения после новых ударов со стороны силовиков. Известно как минимум о 3 прямых попаданиях в жилые дома. Как сообщает городская администрация, на линии огня опять оказался Куйбышевский район. Тот самый, которому больше всего досталось позавчера. Тогда, напомню, 2 мирных жителей получили ранения. Были сильно повреждены несколько многоэтажек. Дотла сгорел Октябрьский рынок. Многие горожане спаслись чудом. Снаряды летят. В полном году вчера залетел снаряд. Один раз залетел 6 февраля, а вчера опять залетел снаряд. Сколько можно вот это издеваться над нами, над стариками? Окна побиты, крыша побита, все побито. Ну что я могу сказать? И сама разбита уже. Наблюдатели ОБСЕ тем временем изложили в новом отчете результаты своей поездки в Тельманово, где в середине прошлой недели в результате удара украинской артиллерии погиб 4-летний ребенок. Специалисты миссии пишут, что обстрел велся с западного направления, там позиции силовиков. И били, в числе прочего, из градов. Ополчение не исключает повторения тельмановских событий и в других районах. Разведка армии ДНР сообщает, что системы залпового огня украинского Минобороны зафиксированы в Малиновке и Курахово, а еще в нескольких населенных пунктах переброшены крупнокалиберные орудия.